Get Movies. Канал для всей семьи. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Да! Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Стройка. Здравствуйте, малыши. Вижу, у вас тут большая стройка. Здравствуйте, я строю дворец. А я башню. Привет. Крошик, ты что-то потерял? Мне нужно окошко для башни. Но у меня его нет. Зато у пандочки есть. Это мое окошко. Но оно мне нужно. Ну и что? Оно мое. Пандочка, ты что делаешь? Беру крышу. Это крыша моя. Но моему дворцу нужна крыша. А, пока-пока! Так некрасиво! Без окошка плохо. А пандочке окошко совсем не нужно. Крошик, что ты задумал? Ой, это мое! А это мое! Ну, Крошик, мне так нужна эта крыша. А мне нужно это окошко. Да, какая непростая задача. У тебя, Крошик, есть то, что нужно пандочке. Ага. А у тебя, пандочка, то, что нужно Крошику. Ага. Что же делать? Поменяться? Правильно, поменяться. Спасибо, пандочка. Пожалуйста, Крошик. И тебе тоже спасибо. Красота! Как хорошо, малыши, что вы смогли договориться. И теперь знаете, что делать, когда хочется поиграть с чужой игрушкой. Свое и чужое. Это мое, и это мое. А это не мое, это чужое. Это мое. Мы про правило простое сочинили вместе стих. Есть свое, а есть чужое. Есть свое, а есть чужое. И не надо путать их. Даже если очень хочется, аж ладошки защекочутся, мы чужое никогда не будем брать. Да-да. Ведь и сами мы расстроимся, если кто-нибудь бессовестный вдруг возьмет без спроса наше поиграть. Не могу, он мне самому нужен. А хочешь вместо своего совочка мой мячик? Спасибо, не хочу. Я попросила и поменяться предложила, а ежик все равно не поделился. Да, Нюшенька, это игрушка ежика. Он не должен ею делиться, если не хочет. Ежик, давай поиграем в стройку вместе. Давай. Это правило простое. Про него сложился стих. Есть свое, а есть чужое. Есть свое, а есть чужое. И не надо. Не надо.
надо путать их. Карапука. Оп! И оп! Ой, это неправильно! Надо вот так! Оп, 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 оп. А я хочу вот так! Эй! Здравствуйте, малыши! Во что это вы играете? Здравствуйте! В классике! А барашек играет неправильно! Может, барашек просто не знает правил игры? Не знаю и не хочу. Буду сам играть по-своему. Оп! Оп! И оп! Не скучновато играть одному, барашек? Нюшенька не хочет играть, как я. Вот бы кто-нибудь попробовал с ней договориться. Кто? Оп, 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 оп. Ты кто? Карапука. Карапука? Привет, Карапука! Во что это ты играешь? Карапарапух. А можно с тобой? Кара. Ой, у меня не получается. Карапух. Ой! Карапуки едят печенье? Да! Барашек! Это ты! Пуха-пуха! Оп! Научишь меня в классике? Смотри, кара-пара! Кара-пара, карапуха, прыг! А потом в догонялки поиграем. Договорились? Договорились! Так просто договориться, если слушать друг друга. Спасибо, карапука! Учимся договариваться. Кто-то хочет поиграть, кто-то хочет почитать, кто-то так, друзья, бывает, хочет сам, чего не знает. А бывает, что похоже, мы хотим одно и то же. Чтобы всем желанием сбыться, надо нам договориться. Да мы такие разные, пусть мы такие разные, об этом нам не стоит горевать. Ведь скоро взрослые и дети, ну, скажем проще, все на свете, научатся друг друга понимать. Я хочу играть в мячик с ежиком и пандочкой. А я хочу читать с крошиком и ежиком. А ежик, кажется, хочет спать. Как думаешь, крошик, какую книжку нужно почитать ежику, чтобы он побыстрее выспался и смог поиграть в мячик? Наверное, про животных. Вот и договорились. Да мы такие разные, пусть мы такие разные, об этом нам не стоит забывать. Вот почему на белом свете должны и взрослые, и дети друг друга научиться понимать. Вот почему на белом свете должны и взрослые, и дети друг друга научиться понимать. Кукла. Топ, топ, топ. Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте. Познакомишь со своей куклой? Это Пупсик. Здравствуй, пандочка. Привет. Кого-то мне твои куклы напоминают. Это актеры. Ого! Да это целый кукольный театр! Покажешь нам представление, пандочка? Ага! Жила-была
Нюшенька. Смотри, пупсик, интересная сказка. Нюшенька любила гулять. Видишь, пупсик, это я. Как-то раз Нюшенька пошла гулять с пупсиком. Ой! Отдай! Мне нужно для сказки! Вот, Нюшенька пошла гулять с пупсиком. Гуляли-гуляли и встретили свою лучшую подругу Пандочку. Ура! Нюшенька, что случилось? Хотя я, кажется, понимаю, отчего Нюшенька плачет. А ты, Пандочка, догадываешься? Нет. По-моему, кое-кто Нюшеньку обидел. И теперь хорошо бы ему извиниться. А кто ее обидел? Давай вспомним, как все было. Нюшенька гуляла с пупсиком. А что было потом? Потом пришла Пандочка. Ха-ха! Отдай мне твоего пупсика! У меня был пупсик. Пандочка забрала его. Мне очень-очень-очень грустно. Ой. А что было дальше? Не знаю. Нюшенька, а ты знаешь? Дальше было так. Прости, Нюшенька. Вот твой пупсик. Ты хорошая, Пандочка. Хочешь поиграть с моим пупсиком? И все стало хорошо. Извини, пожалуйста, что я забрала твоего пупсика. Ничего, мы больше не сердимся. А кто это мы? Я и пупсик. Я рада, что девочки помирились. Как же хорошо уметь извиняться и уметь прощать. Извините. Так бывает, мы порою обижаем даже тех, кого серьезно уважаем, даже тех, кого, признаться, обожаем. Мы случайно, ненароком обижаем. Чтобы исправить это, вы не голосите и к соседям за подмогой не бегите. И врачам, ребята, тоже не звоните, а скажите: извините. Вы скажите: извините. Вы попробуйте, скажите: извините. Извините, говорим мы не напрасно. Извините. Извините, и на небе снова ясно. Извините. Если вы его от сердца говорите, может, многое исправить. Извините. Извините, 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 извините. Может, многое исправить. Извините. Неваляшка. Здравствуй, крошек. Привет. Ты от кого-то прячешься? Нет, я ищу, с кем бы поиграть. И как, нашел кого-нибудь? Никого. Ой, что это? Ух ты! Привет! Хочешь поиграть? А ты в футбол умеешь? Так, стой в воротах, а я буду забивать голы. Молодец! А если вот так? Крошек, погоди. Эй!
Осторожнее, крошек. Ой! Футбол так не играют. Да, это уже не очень похоже на игру. Сейчас я ей покажу. Сейчас. Так, это будет щит. А это тоже пригодится. Крошек, тебе точно все это нужно? А как же? Вы видели, как она толкается? О, а это, чтобы напугать. Нюшенька, осторожно, она дерется. Кто дерется? Вот она. Не Валяшка, а по-моему, она танцует. И правда танцует. А еще она и в футбол играет. Молодец. А давай больше не будем ссориться. Правда, играть-то гораздо веселее, чем драться. Правда, малыши? Да! Не дерусь. Крошек, Пандочка, вы деретесь? Нет, мы играем, мы же друзья. Ни к чему нам, братцы, драться. Ни к чему нам, братцы, драться. Лучше просто мирно разобраться, а потом под гром оваций улыбнуться и обняться, улыбнуться и обняться. Ты не прав, я не прав, но не будем, милый, злиться и друг друга дергать за рукав. Я не прав, ты не прав, можно же договориться, несмотря на очень строгий нрав. Этот робот ведет себя очень плохо. Пандочку обидел, крошеку замок разрушил, ежику вертолет уронил. И что же вы будете делать, малыши? Дадим ему сдачи! Нет, вести себя как робот мы не будем. Пусть сидит один. Ни к чему нам, братцы, драться. Ни к чему нам, братцы, драться. Лучше просто мирно разобраться, а потом под гром оваций улыбнуться и обняться, улыбнуться и обняться, улыбнуться и обняться. Добро пожаловать. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Добро пожаловать в музей. А, музей. Интересно посмотреть. Опа! Приветик. Ой-ой, нельзя здесь с мячиком. Почему нельзя? Мы играем в музей. А как в него играют? Вот так. Да ну, скучно. Глупый музей. С мячиком нельзя. С мячиком нельзя. Зато можно рассматривать картины и угадывать, про что думал художник, когда их рисовал. Я очень люблю музей. Ладно, схожу посмотрю. Картина про еду. Художник был голодный? Что ты? Надо только смотреть. Почему это? Мы же не в музее. А где? Добро пожаловать в кафе. Будешь мюсли? Спасибо. Я уже завтракал. Пойду в мячик поиграю. Там кафе. Прекрасно. У девочек новая интересная игра. В кафе можно перекусить и поболтать с друзьями. То нельзя, то можно. Я запутался. Просто все игры разные. И правила у них разные. А как же угадать? А ты посмотри внимательнее и догадаешься. Крошек, иди сюда. С мячиком.
Площадка, полоски, ворота. Это стадион? Добро пожаловать на стадион! На стадионе надо хлопать и гудеть, и играть в мячик. Добро пожаловать в автобус! Садитесь, пожалуйста, и пристегивайтесь! Правильно, крошек! В транспорте тоже есть правила. Доброго пути, малыши! Поведение в общественных местах. Как непросто разобраться, если ты веселый деть. Где нам прыгать и смеяться, где стараться не шуметь, где побегать бы, а надо не на шаг от пап и мам. Как непросто разобраться, как непросто разобраться, разобраться надо нам. Там, где носятся машины и прохожие спешат, мы внимательны, ребята, и от мамы не здесь собрались на картины посмотреть. Значит, очень постарались мы в музее не шуметь. А на детской на площадке громче вопли выше пятки. А на детской на площадке громче вопли выше пятки. Так что все не очень сложно. Эти правила просты. Их запомним я. Разобраться, если ты веселый деть, где нам прыгать и смеяться, где стараться не шуметь, где побегать бы, а надо не на шаг от папы мам. Как несложно разобраться, как несложно разобраться, разобраться, братцы, нам. Стишок. О, малыши, привет! Здравствуйте! Что это вы затеяли? Мы разучили стишок! Ну-ка, ну-ка, ужасно интересно послушать. Вот стишок, выступаем мы все. 3, 4. Трам-парам, тирим-пом-пом. Мы танцуем и поем. Всем на свете нравимся! Со всем на свете справимся! Мы большие молодцы! Барашек, ты чего? Я забыл. Наверное, барашеку надо повторить слова. Трам-парам, тирим-пум-пум, мы танцуем и поем. Всем на свете нравимся, со всем на свете справимся. Мы большие молодцы! В домике получается, а здесь не получается. Тут слишком... Слишком светло? Да, вот светло. А так темно? Темно. В домике у меня все так хорошо получается. Давайте все пойдем в домик. А так можно? Конечно, можно. Ура! Ура! Мы идем к барашеку в домик. Три, четыре. Трам-парам, тирим-пом-пом. Мы танцуем и поем. Всем на свете нравимся. Со всем на свете справимся. Мы большие молодцы. Мы, ребята, храбрецы.
И правда, вы все большие молодцы. И барашек больше не робеет. Настоящий герой-храбрец. Робость. Ой, ой, стесняюсь. Ой, ой, робею. Ой, ой, не буду. Ой, ой, ой. И совсем не надо, братцы, нам стеснения стесняться. Все порою мы отчаянно стесняемся. Замолкаем, убегаем и теряемся. Поробели, ой-ой, постеснялись, ой-ой, и скорее со стеснением расстались. Пока. Пусть оно твоей отваге удивляется и к тебе теперь приблизится, стесняется. Так, и кто тут у нас робеет? Я! Нет, я. Все робеют, малыши. Не будем спешить. Потренируемся маленькими шажочками. Привет, я Нюшенька. И мне можно, я барашек. Молодцы, малыши, у вас получилось. Поробели. Поробели. Постеснялись. Постеснялись. И скорее со стеснением попрощались. Пока. Пусть оно твоей отваге удивляется и к тебе теперь приблизится, стесняется. И к тебе теперь приблизится, стесняется. Овечки. Здравствуй, барашек. Здравствуйте. Затеял большое строительство? Ага, строю дом для овечек. Им спать негде. Ну-ну, барашек, не торопись. Большое строительство требует терпения. О-о, какие большие! Ёжик, а можно с тобой попускать? Конечно, побежали! Барашек, а как же твоя стройка? Потом, потом! Бим-бим! Ого, какая блестящая! Ага, вот, хочешь порулить? Барашек, а овечки? Потом, потом! Ой, кто-то овечек бросил! Я сейчас, крошек, я быстро! Барашек, пойдем пузыри пускать! Бим-бим! А хотите покататься? Привет, овечки! Ой, ну ладно, не сердитесь. Ой, а что это грохнуло? Это мой домик для овечек. Нужно было сначала его закончить, а потом играть. Не расстраивайся, барашек. Я уверен, ты сможешь построить замечательный домик. Главное, наберись терпения. А мы тебе поможем построить домик. А потом поиграем все вместе. Правильно говорят, терпение и труд все перетрут. А уж как весело играть, когда сделаешь все дела. Терпение. Очень хочется чего-то. Очень хочется чего-то. Это здорово чего-нибудь хотеть. Бывает, чтоб случилось. Это самое чего-то. Надо нам, друзья, немного потерпеть.
терпят папы, терпят мамы. Мыши и гиппопотамы, всем приходится порою потерпеть. А чтоб легче нам терпелось, чтобы плакать не хотелось, надо песенку волшебную пропеть. А я терплю, 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 я терпение коплю, я терпением, как пилою, время все перепилю. Я терплю, 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 да я это не люблю, но терпением, как пилою, время все перепилю. Малыши, вы знаете, зачем нужно терпение? Чтобы дождаться, когда дождь закончится, и идти гулять. А мне, чтобы в прятки выигрывать, я могу прятаться долго-долго. А мне просто нужно больше терпения. А я терплю, 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 я терпение коплю. Я терпением, как пилою, время все перепилю. Я терплю, 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 да, я это не люблю, но я время все перепилю. Я терплю, терплю, терплю. Упрямится. Доброе утро, малыши. Доброе утро. Здравствуйте. Привет. Нюшенька, а ты почему не рисуешь с друзьями? А хочешь, мы тебя нарисуем? Не хочу. А Бубу? Не-а, и Бубу тоже не хочу. Но тебе же нравится рисовать. Нет, не нравится. Что это с Нюшенькой? Кажется, сегодня наша Нюшенька немного упрямится. Да, я упрямится. А, не хочу и не буду. Не хочу рисовать. Нюшенька, а к друзьям хочешь? Не хочу! Ну и правильно, лучше одной посидеть, поскучать. Нет, не хочу скучать! Не хочу без друзей! Ёжик, барашек! Что, Нюшенька? Буба хочет с вами покататься. А ты? И я. Я хочу! Добро пожаловать на борт! Смотри, вот весло! Давайте вместе! Ура! Хорошо, что наша маленькая упрямица решила больше не упрямиться. Да, малыши? Да! Не хочу. Пандочка? Пандочки тут нет. У нее два глаза, у нее два уха, и зовут ее ребята просто не хочуха. У нее два уха и курносый нос, и ответы есть всегда на любой вопрос. Хочешь погулять? Не хочу. Хочешь поиграть? Не хочу. Хочешь поболтать? Не хочу! Так отвечает. Так отвечает. Не шучу. Зеленука тоже не хочу. Не хочет гулять. Бывает. Но мы его все равно любим. Правда? Правда. Зеленука, мы понимаем, что тебе не хочется. Но нам очень нужно на улицу. Кого ты хочешь взять с собой? Пандочку или мячик? У
нее два глаза, у нее два уха. Не зовем ее мы больше не хочуха. Даже не хочухи хочется играть. Вам она на все вопросы будет отвечать. Хочешь почитать? Да, хочу! А порисовать? Да, хочу! Может помолчать? Да, хочу! Так и будет отвечать, правда, не шучу! Бантик! Здравствуй, пандочка! Здравствуйте! Что-то случилось? Нет, мой бантик пропал. Крошик, стой! Смотри, я сделал змея, он летает. Это мой бантик. Нет, это мой змей. Давай запустим. Ну ты чего? Смотри, я буду за ниточку, а ты бери змея. Отдай мой бантик. Крошик, а ты где ленточку взял? Да, вон там. Ой. Да ладно тебе, жалко что ли бантика? Ну хорошо, давай ты за ниточку. Не хочешь и не надо, жадина. Поссорились и ничего не получается. Да, малыши? Он первый начал! А чего она такая? И змея одному не запустить, и пандочка без бантика грустит. Как же нам все исправить, а, крошек? Пандочка, ну не грусти! Я нечаянно! Я не знал, что это твоя ленточка! Не получится бантик обратно? Не получится. Извини, пожалуйста. Что будем делать, пандочка? Запускай змея! Мир! Мир! Только чур больше бантики не резать ни за что! Ура! Летит! Плохо, когда друзья ссорятся. Но так хорошо, когда мирятся. Да, малыши? Ссора и мир. Отдай, моя! Пусти, моя! Мы поссорились! Это грустно. А мириться вы умеете? Мы не будем больше дуться, друг на дружку дуться, а попробуем друг дружке просто улыбнуться. Сосчитаем до пяти, раз, два, три, четыре, пять. Скажем, ты меня прости, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Мы с тобой друзья опять. Мы с тобой друзья опять. Что поделать, все бывают в ссоре. Важно, чтобы те, кто в ссоре, помирились вскоре. Сосчитаем до пяти, раз, два, три, четыре, пять. Скажем, ты меня прости, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Мы с тобой друзья опять. 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 Радуга.
Здравствуй, Нюшенька. Здравствуйте! А вы пандочку видели? Кажется, она там. О! Пандочка! Что случилось? Я настроение потеряла. Где-то тут. Потеряла настроение? Расскажи-ка, как это произошло? Сначала все было хорошо. Я из карандашей сделала радугу и стала прыгать и хлопать. То есть ты радовалась? Радость желтая, как солнышко. Да, а потом что-то вдруг упало. И я, ой-ой-ой-ой, испугалась. А страх фиолетовый. Да, и увидела, что радуга сломалась. И карандаши тоже. И немножко поплакала. Я бы тоже загрустил. Интересно, какого цвета грусть? Голубая. Погрустила и пошла искать то, из-за чего сломалась моя радуга. Вот эта штука! Я так на нее рассердилась! О! Так, и что дальше? Ничего, настроения больше нет. Пандочка, а ты знаешь, что это? Что? Удивительное дело, что радугу сломало, то ее и починило. Точно! Вот здорово! Радость, испуг, грусть, сердитость, гнев. Гнев, удивление и снова радость. Сколько разных настроений, целая радуга, и все важные и нужные. Настроение. Пандочка, какое у тебя сейчас настроение? Кажется, задумчивое. Что скажи с тобой, дружочек, то ты весело хохочешь, то ты ножкою топочешь, то чуть-чуть грустишь, то боишься привидения, то замрешь от удивления. Что сейчас за настроение у тебя, малыш? Настроение, настроение, то, как ветра дуновенье, то, как жаворонка пенье, то, как дождик за окном. И все эти настроения ты представь на удивление, помещаются, мой милый, без труда в тебе одном. Настроение, настроение, то, как бурное течение, то, как в блюдечке варенье, то, как молния и гром. И все эти настроения ты представь на удивление, помещаются, мой милый, без труда в тебе одном. Открытка. Здравствуйте, малыши. Что это вы тут рисуете и мастерите? Я рисую лес. Я морковку люблю. А я делаю открытку. Вот какая она красивая. Какие молодцы! И как хорошо у вас получается. А я теперь нарисую реку. Ой, клякса. Я все исправлю.
Моя открытка! Кто ее испортил? Крошик! Пандочка, подожди. Мне кажется, крошик тут ни при чем. Ой! О, моя морковка! Ты зачем это сделала? А зачем ты испортил мою открытку? Я? Пандочка, крошик и вправду ни при чем. Лучше посмотри на барашека. Пандочка, я нечаянно капнул краской на твою открытку. Извини. Ой! Пандочка, а ты нечаянно сломала поделку крошика? Нарочно. Нечаянно и нарочно. Крошик, осторожно. Я нечаянно. Прости, пожалуйста. Правильно, крошик. Даже если ты нечаянно кого-то обидел или нечаянно что-то сломал, нужно остановиться и извиниться. Давай помогу все исправить. Первый раз прощается. Второй раз запрещается. Я буду внимательнее, честно-причестно, чтобы нечаянно ничего не испортить. Так нечестно, отдай! Не отдай! Девочки, девочки! Ты это нарочно! Нюшенька, ты порвала бусы пандочки от обиды? Да, она меня обидела, бусинку не дала. Это ты меня обидела, бусы порвала. Вот так от обиды можно нарочно обидеть другого. Что же нам с этим делать, малыши? Попросить прощения и попробовать все исправить. Прости меня, пандочка. Нечаянно ты обидел или нарочно, лучше всего остановиться, извиниться и помириться. Крошик, прости меня, пожалуйста. Я помогу тебе все исправить. Здорово! Спасибо, пандочка! Не за что, крошик! О, красиво! Да, очень. Осталось только вот так. Барашек, пандочка, ну как, получилась ваша открытка? Конечно, но вообще-то она ваша. Вот, мы ее нарочно сделали. Спасибо, дети. Получается, мы нарочно сделали вам подарок. Да, пандочка. Нечаянно или нарочно можно не только обидеть, но и сделать что-то хорошее. А если все-таки обидел, всегда хорошо попросить прощения. Неважно, нечаянно это или нарочно. Сокровище. Здравствуй, ежик. Здравствуйте. Так-так, а что это у тебя на тележке? Мои сокровища. Ложечка красивая, и ведерко, кубик и шарик фиолетовый. Ничего себе! Да у тебя игр на весь день хватит. Нюшенька, барашек, у вас что-то случилось? Вот, поплавать хотели. А весло кряк и сломалось. Сломалось? Ха-ха! Вот, новое весло. Ой, спасибо. Пандочка, как дела? Да вот, хотела порисовать, а краски зеленой нету. Зеленой? Подожди-ка. Вот. Спасибо! М?
Крошек, ты чего? Кирпичика для стены не хватило. Вот. А такой кирпичик подойдет? Ха-ха! Спасибо, ежик! Ой, шарик! Мой шарик! Спасибо! Это тебе спасибо, ёжик. Ты такой... добрый! Ёжик маленький, а доброты хватило на всех. Вот оно, настоящее сокровище. Доброта. Если вдруг ты загрустишь, нос не надо вешать. Ведь найдется точно тот, кто тебя утешит. А когда-то и ему вдруг поможет кто-то, и мышонку, и слону всем нужна забота. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит. И мы в поисках любви все по свету кружим, потому что человек человеку нужен. Так что ты дари, дари, просто так от сердца. Очень трудно без любви, очень трудно без любви шарику. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит. Вот такой круговорот доброты в природе. Без него и солнышко не всходит.